Привет, это Сафронов, я давно хотел эту штучку себе на обзор, и вот у меня сегодня посылка, а в этой посылке, о, еще коробочки, коробочка, еще что-то. Окей, какое-то суровое описание, сейчас к этому позже, вначале посмотрим, что же в этих коробочках. А в коробочках у меня там магнитики, да не просто магнитики, а... Неокуб. Давно хотел, давно мечтал, давно вокруг да около ходил, и вот решил взять. Вы знаете, ко мне несколько раз обращались журналисты с вопросом дать какие-то комментарии по игрушкам, так как я давно ими занимаюсь и очень много уже сделал обзоров. И очень часто звонили и спрашивали по поводу вот этих игрушек. Но я никакую информацию дать не мог, потому что, ну, у меня было определенное мнение, чуть позже я заучу его, и тем более у меня их не было в наличии, я как бы не держал их в руках. Ну, даже если бы держал, то у меня определенное отношение к ним. Настало время узнать про них всю правду. Вот в этой прикольной такой подарочной коробочке магниты в виде кубика. Они сейчас, видите, как вот запаяны в пленку, но обязательно их надо будет распаять и эту пленку снять, и их оттуда достать, и уже после этого играть. Вот это у нас получился рэпчик, да? В данном случае вот этот разноцветный набор, он из небольших таких магнитиков и в металлической, ну, действительно какой-то сувенирной подарочной коробочке. И вот выглядит так прикольно, но прикольнее он будет выглядеть, когда я пленочку-то сниму. Выглядит это все прикольно, футуристично, необычно, знаете, как будто так завораживает. Какую-нибудь заставку смотришь, когда смотришь на кубик из шариков. Но дело-то в них не вот просто в этой красоте, они же у нас функциональная игровая система. Так сам придумал название. Ну, нет, на самом деле это просто магнитные шарики, они бывают разные, бывают большие, маленькие. У меня сегодня в ролике двух вариантов есть. Вот такой вот красивый, разноцветный и побольше, но... Ну, в общем, вы сами увидите, смотрите чуть позже. Таким магнитом уже много лет. Ну, не конкретно вот этим, а вот этой всей теме с этими кубами, неокубами. И они уже себя зарекомендовали. Огромное количество роликов на YouTube, но я буду со своей колокольни, потому что я с ними встречаюсь впервые в таком виде, и мне просто такой личный опыт, просто как бы рассказать вам и свои впечатления какие-то. Итак, что у нас здесь? Да, разноцветные мини, то есть у нас, смотрите, каждый кубик состоит из мини-кубиков. Я попробую разделить, разделить, и сразу все в кучу ушло, смотрите. Хоба. Класс. Ну, во-первых, это неплохая антистресс-штука, которую просто можно перебирать в руках. Просто можно. Как новогодние гирлянды. Кстати, это очень клевая, типа, новогодняя тема. Прикольно, можно сделать какое-то украшение новогоднее из этого всего. Вот такая вот история, да, с этими вот магнитами. Они, каждый шарик очень мощный магнит, с ними нужно быть осторожными. Действительно, их не нужно давать маленьким детям. Ну, как, собственно... И многие другие вещи, которые не стоит давать маленьким детям. Эта игрушка просто не рассчитана на младший возраст. О чем говорит, к слову, эта памятка. Я на нее заглянул и посмотрел. И тут информация про их опасность, безопасность. Вот то, о чем как раз кричали. Что как же этот шарик? А если вдруг этот шарик кто-то проглотит? Как же там, вот если эти магниты и что-то с ними случится? Друзья мои... Есть огромное количество вещей, которые могут проглотить дети, и их не стоит детям давать. Здесь как раз предупреждение о том, что эти магниты не стоит давать маленьким детям, потому что, ну, они могут это проглотить. Но, как мое личное убеждение, что если ребенок глотает магниты, а если это не маленький, меня тогда спрашивали, звонили как-то в сюжете, спрашивали, мальчик 13 лет проглотил магнит. Ну, камон, если мальчик в 13 лет глотает игрушки, то, мне кажется, проблема не с игрушкой. И тут вот, чтобы он не проглотил, скорее всего, несъедобное было бы проблемой. И, скорее всего, он мог проглотить все, что угодно.
угодно. Опять же, вопрос к родителям. Вы смотрите ограничения возрастные. Нужно смотреть, что за игрушку вы даете. Для этого у меня целый канал, который я уже 6 лет веду и рассказываю, какие игрушки. Вы можете посмотреть любое видео на любую игрушку, у меня или не у меня, и понять, узнать, что она из себя представляет, есть ли какая-то опасность. Понятное дело, что магниты глотать не надо, батарейки глотать не надо, какие-то пульки глотать не надо, и кучу-кучу других вещей глотать не надо, да, которые вроде как бы могут быть для игры, но, типа, глотать их не надо. Давайте на этом тему, я думаю, с глотанием этих магнитов закрыли. Также тут идут другие предупреждения о том, что, как обычно на всех игрушках, огромный список предупреждений. Действительно, можно ознакомиться. Ознакомиться сможете, я думаю, в магазине или производителя вот на эту тему, узнать, какие есть ограничения, какие есть... Мы не читаем каждой игрушки список ограничений. Вы видели, какие талмуды идут с игрушками, которые я показываю в своих роликах. И мы не занимаемся тем, что читаем это полчаса о том, что то-то, 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 механические воздействия, физические воздействия, действия, какие-то еще воздействия, свет, звук, как это может все негативно воздействовать. Как-то может, конечно, но, типа, камон, надо просто аккуратно и как бы соразмерно возрасту и развитию ребенка давать всякие штучки. Простите меня, но я залип. Потому что я просто пока их мну в руках и делаю всякие штуки, типа разделяю их и разбираю, собираю, и вот просто от этого уже эффекта просто интересно, прикольно с ними повозиться. Но а это же еще и как вроде конструктор, но это же ваша вещь, вы можете с ней как хотите сами играть. Давайте послушаем просто несколько моментов, и вы поймете, о чем я. Прикол в том, что это очень мощные магниты, и чтобы понять это, вы можете просто посмотреть на одну магнитинку. Давайте, чтобы было поконтрастнее, возьмем вот эту. Смотрите, что творит. Можно фокусы показывать. А, кстати, реально, наверное, можно фокусы показывать. Сейчас я подумаю, ну-ка. У меня в руках ничего нету. Берем шарик и... Начинается фокус. Фокус, фокус. Причем вот-вот, магниты, вот они, вот они, вот они. Смотрите, я сам, человек-магнит. Магнетто. Оу, извините, спалился. Слушайте, ну, вначале, конечно, хочется с ними просто играться, потому что они, смотрите, прикольно себя ведут. Эти не магнитятся, хопа. А эти, наоборот, магнитятся очень сильно. Классная, интересная, эффектная штуковина, но хочется уже с ней что-нибудь делать такое, да? Какие-то фигуры, но ведь... Здесь есть такая возможность. На самом деле, что-то в процессе выдумывается абстрактное, если даже без каких-то туториалов и без каких-то уроков. И главное не отвлекаться просто от этого процесса. Тогда, я думаю, все получится. Ну, к ним надо приспособиться, к этим магнитикам, вы знаете ли. Надо все равно пробовать и пробовать, то есть экспериментировать нужно. И опять же, правильно их соединять, и не так-то просто на деле оказалось. Да. Опа. Нет, с одной стороны, если приноровиться, я думаю, что будет все понятно и просто. Но пока, вот как бы первый опыт, я понял, что... их нужно вот именно вот в эту нить распределять, и из этой нити уже проще что-то делать. Плюс, я не знаю, что я сделал. Что я пытался делать и что я сделал в итоге, ну вот. Я умею делать шарик. Практически. Ну, такой. Метеорит. О, что я сделал. Не знаю, что это. Но они очень прикольно вот так цепляются друг к другу. Вот так. Можно потом вот так сделать некий цветок. Нужно сделать вот так. Подставочка будет. Такая вот. Вот такой какой-то я сделал цветок, не пойми что. Что я сделал только что. Смотрите, какая штуковина получилась. Интересно. Причем, смотрите, как интересный эффект. Их можно вот так же примерно и разделить. Они как-то сами так разделяются. Я не знаю, почему так работает, но... О, видели?
Все, творчество меня ни к чему хорошему не приведет. Что я сделал? Корзинку для фруктов. Корабль! Корабль! Это корабль. Окей, договорились? Давайте договоримся, что это корабль. Ну так, или это кольцо. Всевластие. А! Вот так буду ходить на улице, если что. Увидите человека с таким кольцом. Это я. Скажу вам, это не сразу, не с первого раза получается. Вот такие полузвезды получились. И теперь каким-то образом их надо соединить. Я нашел по инструкции, но я что-то боюсь, что вряд ли у меня получится это сделать. Ну, на всякий случай попробуем. Вот так. Так, и теперь... Так, а! Я был близок. Но вы видели. Половина у меня получилась. Ладно, давайте смотреть второй куб. Второй куб выглядит вот так. Он не куб у меня стал, он у меня стал шар. И здесь более мощные, более... крупные 7-миллиметровые магниты, посмотрите, какие они огромные, соединяются, ух, как еще мощнее. То есть, если мы видим вот этот вот магнитик, возьмем, и вот этот магнитик, и вы видите разницу, она существенная. Вот, вот так вот можно посмотреть. Разница существенная, приличная. Так, ну и посмотрим, видите, какой он крутой, мне он нравится. Если тот такой более, как бы... как это вам сказать, праздничный, то это уже серьезная штуковина. Это уже выглядит круто, правда? Не знаю, сложнее, наверное, будет чуть-чуть считать их, но самая сложность уметь их, научиться их правильно считать, отсчитывать. Это не то, что сложность, это навык просто, который должен быть. И я эту звезду собирал раза три, наверное. Вначале я что-то не понимал, как их соединять, они у меня иногда там той, не той стороной соединялись, но... Видели. Я еще раз, я прямо сейчас пытаться не буду, мне нужен перерыв. Давайте лучше займемся вот этим. Эти магниты больше, значит, здесь можно уже делать какие-то... О, смотрите, сейчас эти, я себе крутой рокерский браслет сделаю. Итак, другой звук. Звук обязательно надо. И будет его обязательно потом проверить тоже. О, рокерский браслет. Причем, смотрите, опа, круто. Рок-н-ролл! Вот, и можно немножечко уменьшить его. Сейчас я себе сделаю, подождите, рокерский прикид, у меня будут кольца. Вот что я умею делать. Кольца и браслеты. Да. Сейчас сделаю. Сейчас я буду рокер. Магнитный. Главное не примагнититься, знаете, а то можно где-нибудь это... И примагнититься. Все, вот так, опа. Рок-н-ролл. Или я похож на модника московского какого-нибудь. Я, сколько стоит твой шмот? Надо сказать, это супер штуковины. Это супер, ну, модные Гуччи штуки. О, и еще я могу ими колдунство всякое делать, смотрите. Хоба. Вот так вот могу делать. Вот. Ну, вот эти, конечно, магниты. Чисто визуально мне нравятся больше. Они, конечно, крутые. Воу. А может, из них получится звезду сделать? Я даже не знаю. Громче такие, прямо. Ух, отлично. Если вам интересны магниты, магазин магнитов на Коломенской, ссылка будет в описании на этот магазин магнитов, где я их взял. Если вам интересно, там есть не только магниты, но и многое другое. Тетракубы, или как они там называются, короче, где не из шариков, а из кубиков, вот эти вот магнитные... неокубы из шариков. И вообще много всего есть. От 3 до 10 миллиметров вот эти магниты. То есть еще больше есть магниты, которыми еще круче, интересней всякое делать. Конечно, круто, когда у вас прям их много-много, и тогда можно делать действительно грандиозные постройки, но для этого нужно умение, терпение и навык. Вот, ну, это умение и есть, вы меня поняли. А так, классные, прикольные. Мне понравился и тот, и этот, потому что он такой цветной, новогодний. Кстати, можно сделать из этого елку, в теории, давайте просто теорию, из этого елку, а из этого можно сделать шарики. О, красота какая. Так, и я смогу их отлепить обратно, да, нормально получается. Лично мне брутальнее выглядят вот эти вот
штуковины, и они мощнее, ими проще все делать, тык-тык-тык. А эти помельче, занимают меньше места, но зато... как бы, ну, другой. Может быть, кому-то, наоборот, легче будет из маленьких. Я не знаю, я только по себе сужу. А так, на этом все. Спасибо за просмотр. И делитесь с впечатлениями в комментариях. Как вам эти кубы? Точнее, шары. Точнее, шарокубы. Кубы-шары. Короче, магазин магнитов на Коломенской. Спасибо за эти магниты. И вся информация в описании. Пока.